Так, сейчас мы будем проводить первый запуск нового мотоблока дизельного. Значит, прежде чем запускать, я залил сюда антифриз, топливо, масло. Открутил вот эту гаечку на трубке и на декомпрессоре прогнал, пока не начала брызгать солярка. Если бы я этого не сделал, это минут 40 бы пришлось крутить. А так сейчас будем пробовать заводить. Так, сейчас мы... Вот так. Так. Так.